5, здравствуйте. Вот есть у нас такой стабилизатор, Лидер. Ну, это достаточно, скажем, известная марка такая. Вот, уже производится давно, зарекомендовал себя достаточно хорошо. Вот, ну, это мощность 2 ква, 2 вольтампера стабилизатор. Вот, мы его посмотрим, я вам покажу, чем он отличается, особенности. Так, ну вот, такой паспорт, инструкция. Ну, как всегда, позже, паспорт позже. Так, сейчас достанем его. На самом деле, вот основной отличительный... Это то, что стабилизатор такой мощности небольшой. Вот. Он изготовлен с клеммной колодкой. Обычно стабилизаторы такой маленькой мощности все с вилкой, ну, с удлинителем, с проводом. Вот. Но это не всегда удобно при подключении. Ну, там котла или еще каких-то других приборов. Вот. Здесь, скажем, такой профессиональный. То есть вы его повесили, подвели провод, вывели. Все стационарно подключено. Не надо вот эти вот розетки, контакты. Вот. В этом его основное отличие. Ну, это модель 2000W50. Это мощность 2 ква. Вот, видите, по точности стабилизации это где-то 4,5%, плюс-минус 10 вольт. В общем, держит. HL 3.1, опять же, это от минус 40 до плюс 40 работает. Вот, индикация такая простейшая, тут светодиодный индикатор. Никакой цифровой, все просто. Работает, включаете. Ну вот, клеммная колодочка. Еще есть нюанс такой. Сухой контакт. Это тоже такой маленький плюсик есть. Ну, в целом ничего такого особенного нет. Ну вот инструкция. Инструкция. Тут как раз прописана мощность, входные диапазоны, рабочий, частота питающей сети, масса 10 килограмм. Ну, в принципе, я говорил, где-то порядка 10 килограмм и весит. Оно так чувствуется. Ну, медь, медный трансформатор, похоже. Так, условия эксплуатации. Угу. Минус 40, плюс 40. Вот так, что он может, в принципе, на холоде работать вполне себе спокойно. Вот. Гарантийный талон. 5 лет гарантии, опять же. Вот, на все приборы теперь. Стабилизаторы под маркой Лидер. Подписывайтесь, посмотрим, протестируем все. Подключу вам.